Всем привет и добро пожаловать на канал CyberCraft. Как всегда, с вами Мастер Ирдис, и в этом видеоролике я расскажу, как собрать свою мини-игру наподобие скримера. А перед тем, как начать, я бы хотел напомнить, что мы продолжаем собираться на стримах каждую пятницу около 8 часов вечера по МСК, где мы играем, общаемся и разбираем ответы на ваши вопросы. И как всегда напоминаю, что ваша активность в группе, комментах, а также ваша поддержка, моральная или материальная, помогает проекту двигаться вперед. Сперва разберем наш скример, а именно механику работы. Наша задача сделать так, чтобы игрок мог провести курсором мыши только по участку лабиринта, а при выходе за пределы коридора игра обрывалась и выскакивал скример. Задача игрока дойти до конца лабиринта и нажать на кнопку, которая в свою очередь отправит игрока на следующий уровень или завершит игру, как в нашем примере. Для данного урока я подготовил 4 изображения. 2 на состояние кнопки, 1 для бэкграунда лабиринта, 1 для самого лабиринта, 1 картинку со скримером, а также 2 звуковых файла. Один с саундтреком, а второй с самим криком. Я разбил код на 2 части. Первый блок — это наши экраны. Наш интерфейс, наш лабиринт, наши кнопочки и так далее и тому подобное. И второй блок — это наши лейблы, это непосредственно само повествование нашей игры. Разберем все по порядку. Первый экран — Screen Mouse Mover. Данный экран отвечает за перемещение курсора мыши. Собственно, перемещаем мышь мы по тем координатам, которые мы указываем с той задержкой, с той скоростью, которую мы точно так же указываем в действии. Что, собственно, у нас в этом экране? Во-первых, таймер. Таймер сделан для того, чтобы по истечении определенного заданного количества времени, здесь у нас это 1 секунда, наш экран автоматически исчез, и мы могли бы потом вызвать его повторно. Таймер начинает свою работу с момента появления нашего экрана. Далее, у нас есть такой параметр, как onShow. Собственно, здесь мы вызываем действие mouseMove, перемещение мышки, а параметр onShow говорит о том, что это действие должно произойти в момент, когда мы отображаем наш экран. Собственно, в момент, когда мы отобразим наш экран, действие mouseMove переместит курсор нашей мыши в координаты x100, y650 с задержкой 0,3 секунды. Точнее, 0,03 секунды. Здесь, в принципе, все просто. Вызываем экран, мышка перемещается, экран исчезает, можем опять его вызвать. Мышка опять переместится. Координаты можно менять, закатывать в переменные, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Следующий экран — лабиринт. Это непосредственно сам наш лабиринт, сама наша кнопка и сам наш экран нашего лабиринта-скримера. Первый параметр — Model True. Мы не раз, собственно, по нему проезжали. Этот параметр отвечает за непрокликиваемость нашего экрана. То есть, как только этот экран отображается, мы не можем прокликнуть и, собственно, переместиться по репликам далее. Мы встаем на своеобразную паузу. Далее мы добавляем на бэкграунд, барабанная дробь, наш бэкграунд, собственно, затемненный грунт. Далее идет первая image button, первая кнопка изображения. Это как раз сам наш лабиринт. Собственно говоря, самое важное, что здесь стоит отметить, это параметр Focus Mask True у этой кнопки, поскольку нам нужно, чтобы неотрисованная часть как раз и являлась нашим коридором. Собственно, наводясь на коридор, ничего не происходит. Как только мы наводимся на границы, на землю нашего лабиринта, происходит какое-то действие. Идем дальше. Action. Null Action. Это говорит о том, что, собственно, при нажатии на кнопку у нас ничего не происходит. Параметр обязательный, поэтому, собственно, оставляем его так. Следующий параметр — Hover. Эта штука срабатывает в тот момент, когда мы наводимся на клавишу. Собственно, это действие при наведении на клавишу. В момент, когда мы наводимся на клавишу, мы скрываем наш экран-лабиринт и прыгаем к лейблу Scream. То есть к лейблу самого скримера, вот этой вот страшной ебаки, которая кричит. Следующая image button, которая идет, это у нас кнопочка для выхода. Это такая маленькая синенькая горошинка.
на которую нужно нажать, добравшись до конца лабиринта. Здесь также стоит параметр Focus Mask, хотя он в принципе в целом не обязательно. Если клавиша достаточно маленькая и у нее нет каких-то сложных закорючек, то в принципе можно и пренебречь данным параметром. Здесь мы выставляем позицию, собственно, поскольку она у нас не во весь экран и нам нужно где-то ее расположить, и даем ей следующие действия по нажатию. Первое, точно такое же действие Hide Labyrinth, то есть нам нужно скрыть наш лабиринт, нашу мини-игру, и перепрыгнуть к лейблу Win, то есть к лейблу Победы. И последний экран, который, собственно, есть в нашей миниатюрной мини-игре, какая-то тавтология получилась, это Screen Screamer. Это экран, на котором мы отображаем как раз нашу страшную ебаку, которая будет кричать и пугать игрока. У этого экрана также есть параметр Model True, поскольку он является частью геймплея, частью интерфейса, и нам не нужно, чтобы он прокликивался. На бэкграунд мы добавляем рожу нашего страшилы. И затем, собственно, в параметрах в вертикальной коробке мы привязываем текст, и по ашбоксу, то есть по горизонтальной коробке, мы располагаем две текстовые кнопки. Хотим ли мы повторить игру еще раз, если мы проиграли? Да, и кнопка «нет», с меня хватит. Ну, можно, в принципе, ограничиться и просто «нет», чтобы это было более лаконично и смотрелось как-то попроще. Засейвим это дело. Итак, что же делают наши кнопки? Во-первых, обе кнопки, первый параметр, первое действие в каретке — это «Hide Screamer», то есть скрыть наш экран нашего проигрыша, нашего скримера. А второе действие у них отличается. У кнопки «да», повторить, мы прыгаем к лейблу Pre-Level, то есть это лейбл, метка, которая предшествует началу нашего уровня. Кнопка «нет» перебрасывает нас к завершению игры, то есть к лейблу End, в самый конец. Без реплики поздравления о том, что мы выиграли, собственно, если игрок не смог добраться до самого конца. Это все экраны, которые нам понадобятся. Дальше мы переходим непосредственно к флоу, то есть к повествованию, к нашим лейблам, к нашим меткам. Итак, начинается наша игра с лейбла Start. Здесь ничего не поменялось, то есть мы нажимаем на кнопку Start в игровом меню, и, собственно, что-то начинает происходить. В первую очередь у нас запускается музыкальный саундтрек, нагнетающие нотки, затем короткая реплика. И тут же у нас вставочка лейбла Pre-Level, то есть это метка, к которой мы будем возвращаться, если мы будем проигрывать и захотим повторить нашу мини-игру еще раз. Собственно, после этого у нас две реплики, которые предшествуют началу уровня, и затем у нас дальше идет лейбл Game. Обратите внимание, что здесь в лейблах нету ретернов, потому что по факту в момент отображения экранов мы перемещаемся между этими метками, и, собственно, как такового завершения цикла метки у нас не происходит. Итак, лейбл Game — это лейбл самой игры. Собственно, что происходит? Во-первых, мы скрываем наше окно диалоговое, это действие Window Hide. Далее мы показываем экран Mouse Mover, то есть экран, который должен переместить нашу мышку в те координаты, где у нас начинается лабиринт. 0,3 секунды, можете поиграться с этим значением, желательно делать максимально быстро, чтобы это выглядело фактически не как перемещение, а как телепортация мышки. Либо, если хотите замедлить, чтобы видно было, как мышка плывет, просто дайте паузу на отображение, вот здесь после отображения экрана чуть побольше, чтобы не получилось так, что у вас мышка пока ползет, отображается экран с лабиринтом и тут же выскакивает скример. Собственно, отображаем экран Mouse Mover с перемещением мышки, даем паузу в 0,5 секунд, чтобы она успела переместиться и скрыться. Затем отображаем экран лабиринт, то есть с нашим лабиринтом и кнопочками для завершения. И ставим все это дело на паузу. Вот здесь вот останавливается стейтмент игры и отображает скрин лабиринт. Начинается игра. Собственно, далее лейбл Scream. Что происходит здесь? Как только мы проиграли, мы прыгаем на лейбл Scream, предварительно скрыв наш лабиринт. Затем, попав на лейбл Scream, мы отображаем экран Screamer с нашим скримаком и проигрываем Sound A Scream,
то есть саунд крика и точно так же встаем на паузу. На этом месте у нас останавливается воспроизведение стейтмента, и мы стоим на экране скримера с вопросом, хотим ли мы повторить еще или нет. И последние два лейбла — это лейбл win, где мы отображаем реплику «поздравляю» и прыгаем на лейбл end, там, где мы отображаем реплику «до новых встреч» и завершаем нашу игру. Теперь посмотрим на то, как это выглядит. Вот, и я надеюсь, что с первого, со второго раза я сам пройду свой же лабиринт. Итак, у нас запустилась игра. Давайте сделаем звук чуть-чуть потише, потому что крик, по-моему, не очень громкий, а вот музло, ох-ох-ох-ох, очень громкое. Так, где-то вот так. Return, старт. Собственно, у нас отобразилась первая реплика после старта. Затем мы просто переходим к следующему лейблу, то есть без всяких прыжков и так далее. У нас отображаются реплики «Я здесь, помоги мне». И затем, вот обратите внимание, мышка находится сейчас в правом верхнем углу, вот здесь вот. Вот, мышка сразу переместилась в левый нижний угол, там, где у нас начинается наш лабиринт. Наша задача провести нашу мышку по лабиринту и жмакнуть на вот эту вот синенькую кнопочку в центре. Ну давайте один раз проиграем и посмотрим, что получится. Выскочил экран со скримаком и вопрос повторим с двумя текстовыми кнопочками по горизонтали расположенными. Да и нет. Если мы перемещаемся на «да», мы попадаем опять на реплику «я здесь, помоги мне». Мышка перемещается к началу нашего лабиринта и мы, собственно, должны провести нашу мышь по лабиринту и нажать на клавишу, которая находится в конце. Собственно, вот мы навелись на клавишу, клавиша подсвечивается. Ну, это просто две разные картинки, которые отображаются в состоянии наведения и в состоянии покоя. Нажимаем на клавишу, попадаем на лейбл «Поздравляю», «До новых встреч», и на этом игра завершается. На этом у меня все. Более детальная информация и продвинутый скример в сборнике мини-игр находится сейчас на Boosty и доступен для подписчиков на Boosty-канале. Поэтому заглядывайте, подписывайтесь и удачного вам киберкрафта!